Давай. Оп! Завершилася рубрика і така заставочка «Ранок на каналі Житомир». А це був такий фокус, адже до нас завітали фокусники. Це не просто так, адже сьогодні прекрасне подружжя, ми вам вже говорили, що вони прибули до нас із Іспанії. Це Хорхе Лупес та його дружина Ольга Масловська. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, який же ранок в Україні, який же ранок в Іспанії? Какая разница между парламентом Украины и Испанией? Автобус какой-то на скосос. Ну, разница. Он не почувствовал разницу, все, в принципе, нормально. А все это потому, что у вас поряд ваша прекрасная дружина? Это потому, ну, это не разница, потому что я стою, как идет. Буде все. Возможно, хоть возможно. Вона наше сонечко. Мне сподобалось, как Оля на себе показала. Я дружина. На всякий случай, чтобы не перепутал. Так. До речі, не можу не запитати, ви подружжя з Іспанії, як давно ви вже разом і як ви познайомились? Ми вже разом 5 років. Ми познайомилися на фестивалі фокусників, який проходив в Пермі, в Росії. І от Хорхе приїхав туди на участь, я теж на участь. І от, скажімо так, році було? 2013-му. Да. Щасливо. Так... Для вас 13-й рік щасливий. 13-й год був, да, щасливий. І що саме цікаве, перед тим, як нам познайомитися, перед тим, як поїхати на фестиваль, я розбила случайно зеркало. Ну, как бы считается, это же такая поганая примета, что это нельзя ничего разбивать. Я думаю, да, ну его, что сейчас буду здесь думать еще про плохие приметы? Ну, я познакомилась. Теперь не новая примета. Да, что требует такое убить, чтобы все было хорошо. Вы приїхали в Житомир. Да. Ну, Оленька, ми розуміємо, тут батьки, да, да. Тут батьківщина все, да, ж таки. Да. Для вас Іспанія не стала батьківщиною? В якому-то смислі слова цього так, якби все одно, коли живеш там, своя робота, ну, якась вже така определенна життя, все одно за Україну скучає, ну, коли у тебе якийсь свій... Сюди приїжджаю вже в гості. Да. Так. Ви займаєтеся фокусами. Да. Це досить, ну, складно, мені здається, чи ні? Ну, воно складно і необично. А чому потрібно весь час навчатися? Звісно, щоб себе улучшати. Фокуси любом... потрібно оновлювати. Звісно, щось воно має бути новеньке, звісно, завжди. Скажіть, а от ті фокуси, от ви демонструєте, наприклад, ті, що в Іспанії, ті, що в Україні, якось по-різному реагують люди на них? Да. Є таке, що різна реакція? Sí, hay diferente reacción en los trucos de magia que hacemos en Ucrania y en España. Un poquito, да, sí. Да, чуть-чуть отличается, да. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. А самым чем? А кто? Кому? Кому ты можешь диференциарло? Кому публику реакциона? Bueno, el público español está más acostumbrado a ver más. Все-таки больше, наверное, потому что в Испании больше этот жанр больше развит, и там люди как бы уже привыкшие видеть. Больше вымогливые, да? Да, но они как бы, да, уже и привыкшие, для них это более нормальное явление. Мне кажется, у нас на Украине, даже в Житомире, допустим, знают только одного или двух человек, которые этим занимаются. А у нас, допустим, там, где мы живем, город в два раза меньше, их уже, допустим, 15 человек. Ну, я из житомирских фокусников знаю, каких Хорхе Лупеса. Приезжал на него. Житомир, мама, ты Житомир. Он же другий раз у нас в эфире. Хорхе, а от коли ви демонструєте фокуси, це певна якась магія. Ви якимось чином, окрім руками, ви ще дієте на людину? Можливо, очима? Puedes hacer algunas cosas, no solo con los, usando los manos, también puede, que cómo funciona психологія, mirando. Ні, это не секрет, это просто фокусники, они же должны быть хорошие психологи. Cuando conocí a Olga, usé mucha psicología. А, со мной, когда познакомился, что меня соблазнили. Использовал много психологических трюков. А ви можете пригадати перший фокус, який ви показали? А, ¿quieres si recuerdas tu truco de magia? Я помню. Я же спрашиваю його. Si recuerdas truco de magia, que me has hecho tú, la primera vez. La carta vudú. А, sí? Sí, no? Sí. А, я вже теж запам'ятала. Да, фокус, который, да. Що це за фокус? Ну, это называется карта Буду. Ну, сейчас так нам привезли. Я все равно. Он сейчас сделает кое-какой похожий фокус. Пропоную вже розпочинати. Да, 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 давай. Так, хорошо. Аккуратно здесь. Рядом, тіни с тобой. Хорошо. Я хочу ти один карти красный. Который тебе понравится. А только красную карту. Выбери какую-нибудь. Да, хорошо. Да, покажи на камеру, пожалуйста, ее. И сейчас я тебе хочу, чтобы понга. Да, напиши, подпиши ее, пожалуйста. Как вас зовут? Не, вот так вот прямо на ручке, чтобы было ему. Как вас зовут? Таня. Таня. Написать Таня. Да, да, да. Таня, хорошо.
я попрацюю. Да, Таня. І сюди ти телефон номер. Телефон. Ні, ні, ні. Ні, це шутка. Телефон. У нього просто надо так показати. Хорошо. Я же зарядила спомнить. Конечно. Це є фокус. Супер. Я писала, якась трохи не магія, так. Це ви так познайомились, напевно, з Ольгою. Ось вона секрет. Со мною. Сейчас нет, потому что машина сюда. Потом, да? Хорошо. Давай фокус горки. Дире как пунга. Большой Таня. Большой, Таня. Большой, так, да. По большими буквами. Таня. Хорошо, да. Камера. Сюда. Сюда. Так. Да. Вале. Где мы? Той хорки, той. Ай. Ага, ай. Тады, донде. Ай. Хорошо, Таня. Да? Так. Сейчас, Таня. Ого. А? Открой рот. Да. Да, молодец. Хорошо. Только 9 минут. Да? 9 минут, только подожди, 9... да. Не, не, не. Не, 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 не столько, чуть-чуть. Сейчас, да. А я... Олег, треба було тобі сідати. Ні, ти його рада, тому я думаю, у мене не вийшло краще, ніж у тебе. Мене зовут Хорхе Лопес, Хорхе Прієто, да? Хорхе Прієто. Ну, у нього дві фамілії, Прієто і Лопес, да, тому написав Хорхе Прієто. Хорошо. Он теж бере свою карту, і, тобто твоя карта у тебе, його карта у нього з підписаною. Зараз? Ти рука. І делай так же, як он. Зараз ти я. Зматери. Да. Потому что сейчас я есть карта Таня. И ты есть магия. Да, хорошо. Супер фокус, да. Ну, як же так воно у вас вийшло? Таня, ти карти, да? Як ви це зробили? Це просто... Ми потім запис перебудемо на паузі переглядати. Якби це не був прямий ефір, сказали б, що ми зробили монтаж. Але тут не монтаж, тут дійсно пряме живе спілкування. Коли ви робите такі фокуси, чи бувають такі, що люди настільки переймаються тим і починають з'ясовувати, от як ви це зробили? Дивіться, є люди, які є мої... Це интересно мучо, кому ло, а се сим пьеса написадо, си. Да, есть люди, которые очень как бы задаются вопросом как, но мы всегда в таких случаях стараемся отвечать, что лучше пусть не думают, не анализируют, потому что иначе, когда начинаешь анализировать, начинаешь приходить к выставку, как же все-таки это происходит. Ага. Я ее трошки, но керим не верно. Да. А у вас не буває, можливо, знаєте, от акції, наприклад, фокуси, які ви, наприклад, не знаю, показували в 90-х, на початку 2000-х, вони вже зараз не актуальні, і ви їх там розпродажа, секрети там. Ну, вообще фокусники очень сложно, чтобы так ты просто так их купил фокусы, да. Ага. То есть это такой специфический мир, что есть фокусы, допустим, как бы скажем, которые продаются для детей, для начинающих, которые могут знать многие. Для того, чтобы они, ну просто відчули, як це. Ну да, то есть как бы вот как дегустация фокусов, будем так говорить, да. А когда уже так говорится о профессиональных каких-то фокусах, то это уже ты так просто их не возьмешь, не узнаешь. Вы их сами придумываете фокусы? Чи є, що фокусники вот якось між собою обмінюються? Ну, конечно, фокусники между собой, hablamos de que los magos se cambian, intercambian los ideas, pero hay algunos como tú que saben hacer las cosas. Я просто щоб он немножко понял, в чем этот разговор. Как бы фокусники в основном, есть съезды фокусников, где они друг другу что-то рассказывают, но в основном есть, как говорится, какие-то книги, чего очень мало, допустим, в нашей стране очень, это очень было, книги какие-то достать. У меня, помню, папа была книга по фокусам, и эта книга так, очень, как Библия, потому что иначе там ну, не знаешь, откуда фокусы достать информацию. То есть сейчас есть какой-то интернет и это все. А вот, допустим, есть съезды фокусников, где фокусники делятся. И, конечно, есть фокусники, как Хорхе, у него даже премия национальной Испании за новшество. Он, то есть, изобретает свои фокусы. Это тоже очень, как бы, такой момент. Уважаю тебе. Дійсно, якщо людина сама має якийсь, навіть якийсь в цьому сенсі науковий ступінь, аж вона вже сама щось має створити. Конечно. Ви принесли ще фокуси? Да, тому що в нас лишається 3 хвилини. А, всього 3 минути, фокуси зараз. Показуйте, будь ласка, ще демонструйте нам. Сіблі. Мара, хорошо. 3 минути. 3.
ви на час не можете ніяк впливати, тому що ви зараз можете зробити, що нас буде 30 хвилин. Ми тільки показуємо, ні чудеса, ми не вміємо чудеса робити. Таня, це карти. Мано, не могу смотреть это карты. Потому что они невидимые карты, представь себе, да? Перетасуй. Нет. Давно тебя не работала. Я тебе приняла каха. Нет, только сначала открой коробочку, достань карты. Хорошо. Хорошо. Один карты, ты смотри один карты. Да, посмотри, выбери любую карту, посмотри ее. Да. Сейчас эта карта. Ты ее перевернешь, то есть как бы у тебя, если бы веером ты открыла, у тебя карты так лежат, ты ее переверни наоборот. Закрытие. Одну карту, да. Закрыть ее. Да. И перетасуй. То есть получается у тебя одна карта. Тренировать. Не надо, здесь это практика армаз. Да, хорошо. У тебя упали карты на пол. Что ж ты их теряешь? Подтасовывать почему? Все? Да, все. И сейчас коробочку. И закрываем коробочку, да. То есть у тебя одна карта перевернута, все карты нормально, одна перевернута. Ты запомнила, какая карта, да? Да, случайно. Хорошо. Раз, два, три. Какой карты ты подумала? Какая ты перевернула карту? Какая была? Я давно не играла в карты, замовила даму. Рейна? Серденьку. Де корасонес. Рейна де корасонес, да? Угу. Хорошо. Червовая дама, наверное, да? У нас давно не играла в карты. Reina de corazones. No cambia reina de corazones. Да, червовая дама. Reina de corazones. То есть у тебя были твои воображаемые карты, да? Один карты, где, айдес. Где карты. Просто иногда с жінками не все фокусы выходят. А, сюда. Смотри. Только один карты. Только. Да? Какая карта? Какой карта? Та, что падала. Какую карту ты перевернула? Внимание, потому что только одна карта была здесь у нас перевернута. Только одна карта. Да. Какая карта? Дама? Дама? Червовая. Черва. Аплодис. Ну, тобто всі фокуси, я так розумію, з картами. Мені здається, ви загіпнотизували. Є різні фокуси, так. Просто ми беремо з собою такий формат, тому що це найсмотровий формат для телевізії, можна так сказати. Як вас часто запрошують на телебачення? А ми зараз в Іспанії працюємо на нашому місцевому каналі, який в нашому місті. У нас щонедільно виходить програма, в якій ми якби добрий ранок, але тільки добрий вечір. Пора робити нову програму «Добрий фокус». Ми вам дякуємо за те, що ви у нас завжди, коли приїздите до нас в Україну, ви до нас приходите в ранкові ефіри, демонструєте фокуси. Ну що ж, вам процвітання, вам успіхів і частіше бувати на батьківщині Ольги. Нагадую, що Ольга Масловська та Хорхе Лопес були сьогодні в ефірі музики.